Спасибо за то, что зашли на мой канал. Всем здравствуйте. Делаю то, что многие меня просят. Провести под собой, над собой, за собой палкой. Вот, пожалуйста. К сожалению, я не могу ответить на ваши вопросы, замечания, комментарии. Я могу только смотреть. Я просто на расстоянии сижу от телефона. Вот, пожалуйста, за мной палка. Делаю круг. Предупреждаю заранее. За мат я блокирую. Пожалуйста, без мата. Если вам что-то не нравится, с миром уходите. Если вам нравится, ставим лайки. Если вы хотите, чтобы я провел палкой снизу, сверху, везде-везде, кликаем пальцем на вот эту вот палку. Если я вижу 2-3 цвета разных сердечек, я сразу начинаю водить палкой снизу, сверху, везде, везде, везде. Один цвет вижу, два цвета вижу. Нет, один цвет. Давайте еще второй цвет. Хорошо, начинаю водить палкой. Пожалуйста, снизу вожу. Это для скептиков. Ну, за собой, чтобы вы не думали, что я сижу на какой-то палке, арматуре, шесте, так как делают некоторые фокусники. Пожалуйста, могу дотронуться до потолка, над собой поводить. Пожалуйста, до лампочки могу дотронуться, до люстры. Не знаю, видна люстра, не видна. Вот. До стенки. Вот, пожалуйста. Под собой. Над собой. Задавайте вопросы. На ваши вопросы я отвечу, но немножко попозже. Если вопросов нету, значит, вы меня не смотрите. Я прекращаю трансляцию. Левитация – это баланс тела в пространстве. Я сейчас балансирую свое тело с помощью определенных тренировок, с помощью координации, координации движений, определенных мышц. Очень тяжело говорить, очень-очень тяжело. Я должен попасть в центр баланса, в центр вот этого баланса в теле. Кто умеет ходить по канатам, по заборам, по каким-то тонким предметам, те меня поймут. Или же, если вы умеете стоять на штыре, который вкопан в землю, и не падать подолгу, вы меня поймете. Отвечая на вопрос, нет, я не вегетарианец, я всеядный, я кушаю все. Но я не смешиваю белковую пищу с углеводной, и я не запиваю после еды. Чем больше я расставляю руки или ноги, тем мне сложнее. Поэтому я предпочитаю балансировать себя в позе лотоса. Хотите, чтобы я провел палкой снизу, сверху, везде? Кликаем на вот эту вот палку. 2-3 цвета, я начинаю водить палкой снизу, сверху, везде, везде, везде. Один цвет вижу, еще какой-то цвет, я начинаю водить палкой. Приглашаем знакомых, друзей, подписываемся, если вам нравится то, что вы видите. Кто меня учил, где я учился? Меня учил мой учитель Эрнст Ветер. Он меня научил левитации и телекинезу. Я вижу сердечки только одного цвета. Двух цветов сердечки, двух-трех я начинаю водить палкой. Поставить лайки, сердечки вам ничего не стоит. Так что ставим сердечки, нажимаем пальцем на вот эту палку, и я начинаю водить. Еще побольше сердечек не вижу. Хорошо, есть, спасибо.
просто другим концом, вот, чтобы вы все видели, что это не фокус. Также за собой могу провести палку. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, полный круг. Над собой. Тяжело немного балансировать. Очень тяжело. Приглашайте друзей. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Только вопросы нормальные, умные вопросы. Я на них отвечу. Нет вопросов, я заканчиваю трансляцию. Есть вопросы, я продолжаю трансляцию. Отвечу на вопросы, на которые вас интересуют. Предполагаю, что вы хотите узнать, какое у меня питание. У меня раздельное питание. Ем все, ну как все, некоторые продукты не ем, такие как мороженое, пирожное, сметану, молочные продукты вообще не ем. Стараюсь есть больше натуральной пищи. Чем больше пища подверглась химической, термической обработке, тем вреднее она для организма человека. Кликаем на палку вот сюда. Я начинаю водить палкой снизу, сверху, везде, везде, везде. Не кликаем на палку, я не вожу. То есть, если я вижу ваши лайки, сердечки, я начинаю водить палкой везде. Если вы мне верите, хорошо. Если вы понимаете, что это не фокус, хорошо, отлично, спасибо, задавайте вопросы. Да, дыхание тоже очень большое значение имеет. Сердечки вижу, вожу палкой, пожалуйста. Все, ребята, вопросов нету. Я так понимаю, что вы не очень настроены.